Привет всем! Сегодня у нас на обзоре модель Casio Edifice, номер модели EFR550L1A. Обычная упаковка, как у часов Edifice. Открываем коробку и сразу же видим наши часы. Классический стиль, интересный циферблат и огромный размер корпуса. Размер примерно 53 на 50 и по толщине 12 мм. Смотрится действительно так громоздко. У меня кисть средняя или даже меньше среднего по толщине, поэтому на моей кисти вообще смотрится просто громадными. Что касается материалов, то здесь у нас натуральная кожа. С обратной стороны мы видим фирменные какие-то надписи. Крышка с винтовой резьбой, корпус из нержавеющей стали и безель выкрашен в черный цвет. Справа имеются две кнопки и одна коронка. Циферблат у нас достаточно загружен, вставка его выполнена у нас в виде глобуса. Имеется на нем два еще маленьких циферблата и окошко для отображения сегодняшнего числа. На верхнем циферблате у нас отображается время другого города, на нижнем отображается у нас сегодняшний день недели или же выбор функций. Ну и понятно, как я уже говорил, цифра 4 обозначает сегодняшнее число месяца. Как вы поняли, в данных часах есть функция мирового времени, также есть секундомер. Есть таймер и есть будильник. Включение производится вот этой правой клавишей. И опять же режим текущего времени. Мировое время у нас работает следующим образом. Мы достаем коронку на один щелчок, всего их два. И правой верхней клавишей мы листаем нужный нам город. Как вы видите, верхний циферблат отматывает время данного города. Циферблат и будет показываться текущее время вашего города. Стройка данной модели не тяжелая, для этого опять достаем коронку в первое положение и, вращая ее по часовой стрелке, мы налистываем сегодняшнее число. Как я уже говорил, правой верхней клавишей мы можем менять города, а правой нижней мы можем корректировать время этого города, если вдруг вы хотите его перенастроить. То есть можно зажать, и секундная стрелка с часовой будут бежать быстрее. Далее достаем коронку во второе положение и, конечно же, вращая коронку, настраиваем само время. А правой нижней клавишей мы устанавливаем сегодняшний день недели. После этого возвращаем коронку в исходное положение и наслаждаемся работой часов. У данной модели заявлена 100-метровая водонепроницаемость, поэтому с ними вы спокойно можете плавать, но погружаться под воду я вам уже не рекомендую. Также от одной батарейки эти часы готовы работать 2 года, поэтому если они вам нравятся, то покупайте их у нас по самой лучшей цене. А если вам понравился сегодняшний обзор, то ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на канал. Пока!